Кто не видел, можете посмотреть в повторе или в хайлайтах. Было похоже на такое североамериканское типичное столкновение. Тафгаев довольно жестко. Передача на правый фланг. И какой опасный момент. Отыграно, вывела Юлия Волкова. Заплели эти кружева, просто завертели карусель и забрасывают шайбу в самом начале матча. Желто-синим. Пытаются проводить короткие смены для поддержания высокого темпа, но пока это незаметно. Может быть, это незаметно на фоне скифа. Зрячий пас, как играют. С неудобной руки бросок. В начале и середине этого периода. По моим ощущениям и воспоминаниям, желто-синие традиционно пропускают в начале периода. С чистого льда бросок, перекладина, добивание позволяют играть подбор и еще одну шайбу. Уже, как говорится, в раздевалку закидывают. Отняли. Пытаются сохранить в зоне. Подключается здесь Полина Архипова. Закрыли передачу. Ну как, опасно играют, просто доверного позволяют разыгрывать. Какое-то затмение сейчас в обороне случилось за 9 секунд до завершения нечисленного неравенства. Софья Ларова, номер 97, прямо сейчас занимает место в воротах. Атака скифа по правому флангу. Там Братищева пыталась прорваться. Их что творят? Скиф Фаляхова отдает голевую передачу. Опять провал в обороне. Так в небо сейчас посмотрела Кириченко. Царапает шайбу борду, смещается. Прокат, обманное движение. И Софья Ларова тоже купилась на это обманное движение. Растянули ее. На крюк. Алена подхватить не получилось. Накатывает в центре. Бросок поворота. Вот номер 92 и просто развалился Воскресенск. Здесь уже